Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Антон, и сегодня мы проведем испытание, которое предложил мне мой подписчик. Мне надо сделать бойца, у которого параметр скорости ударов и скорость передвижения будут на минимальном уровне. Я думал, кто же подходит под роль такого персонажа. Подписчик сказал сделать мумию, но все попытки были неудачны, и я даже думал закончить с этой идеей. Но, как вы видите, перед вами труп в смокинге, и он готов взяться за это испытание. Кстати, не стесняйтесь, пацаны, пишите в комментарии, если у вас есть интересные идеи к этой игре. Что же мы имеем по параметрам? Скорость ударов 30, передвижение 30. Ребята, это минимальный показатель в этой игре. Ниже я поставить не могу, поэтому не пишите каких-то глупых комментариев. Хотя, пишите, мне же комментарии нужны, и лайки тоже. И, кстати, если вы наберете достаточно количество лайков, я даже не представляю сколько, просто покажите, на что вы способны. Я проведу наинтереснейший эксперимент, к примеру, с топовым игроком Доминатором. Мы возьмем двух бойцов, и у одного будет настройка направлена на мощность, а у второго на точность. То есть вот представьте, в этой колоночке все параметры на 100, кроме у первого бойца мощность будет 30, а точность 100. А у другого мощность 100, а точность 30. То есть что лучше будет, точность или сила? Мне кажется, что будет очень интересно, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите увидеть такой эксперимент. Тем более встретятся два топовых игрока, это я и Доминатор. Здесь же параметры этого бойца перед вами, я за него еще ни разу не играл. Я вот с первыми ощущениями сразу буду записывать первый поединок. Бери Конора, брат, бери Конора, я вижу по твоему никнейму, что ты хочешь взять Конора Макгрегора. Все, красава, красава, поехали. Поехали драться, не ссыкуй, у меня стойка 75. Ну что ты, братец, представитель подсолнечного масла, сейчас багаж с костями тебя переедет. Друзья, дайте мне буквально 10-15 секунд. Я не знаю, на понимание того, что будет твориться. Офигеть, как я медленно двигаюсь. Надо полоску эту убрать, которая сверху. Так, по костюму тоже напишите сразу, что вы думаете. Я очень медленно двигаюсь, честно вам скажу, очень медленно. Дайте я посмотрю, как же будут двигаться мои удары. Ой-ой-ой, ну не так уж прям. Хотя, если комбинации бить, то более-менее. Но драться будет очень тяжело. Сейчас посмотрим на удары с ног. Да, медленно. Реально, я двигаюсь так, как будто у меня, знаете, в рационе была только сладкая вата, а потом и ее отменили. И все, вот мне не хватает чего-то в организме, хотя организма давно-то нету у моего кренделька. Вот такой вот рассадник. Ой, хорошо, я еще и уклоняться могу. Так, подожди, Конор Макгрегор, тише, приспусти свой пыл, братик. Жмурик идет в атаку, комбинации. Четверная. А как там эта комба бьется? Раз, два, и в голову, и в корпус. Блин, ну, по комбинациям, когда я начинаю бить, я разгоняюсь. Что ты делаешь? Тут остановись, а? Банка Фанты, на. Раз, два, три. Блин, ну не. Я не сказал бы, что я чувствую дискомфорта, но потому что против меня играет какой-то непонятный крендель, который вот такую дичь творит. Если бы играл бы топовый игрок, конечно, я чувствовал бы дискомфорт. Двойное колено. Взлетаем. Нет, не получается. Кстати, как будет производиться удар вверху? Хорошо будет производиться. Печать поставлена. Ну давай, не отходи, брат, я хочу размена. Я пришел с того света, чтобы выдать тебе приглашение, понимаешь, на посвящение в новую жизнь. А ты бегаешь. Драться мы должны. В той жизни не нужен кислород, понимаешь? Ничего не надо. Ты там не задумываешься о деньгах. Кстати, у тебя там нету гостей. Блин, только хотел сказать, что у тебя там нет гостей в пупке после вот прогулки в свитере. Ну вы понимаете, о чем я. И Конор Макгрегор решил прилечь на октагон. Я даже потерял мысль, понимаете. Я просто не знаю, что он хотел сделать. Но мы ему попали таким ударом, после которого невозможно встать. Он еще скрестил ноги, показал свой дэнс. И отправился ко мне в гости. Бам! Ну давайте второй бой. Второй бой будет против
созданного персонажа, у которого скорость ударов сотка. У Конора Макгрегора тоже скорость ударов там где-то 97, практически максимальный показатель. Братва... Никита, брат, я тебя умоляю, возьми созданного персонажа, Никита, брат. Никита, брат, возьми созданного персонажа. Все, красава. Никитос, я думаю, что ты смотришь меня, братан. Я думаю, что ты знаешь меня. Как мне его назвать? Kill you, понимаешь? Я уже умер. Я I dead. Нахуй меня убивать, извините за мат. Kill you. Это ты себя убей, братан. С такой внешностью не должны люди жить. Максимум, кем ты должен выступать, это вот... в школе, понимаешь, своим носом писать на доске. Только мелом его выможи. Хорошо, пятачок тебе. А? По корпусу, Никитка. Такие прекрасные звуки твоего тела, знаешь, это как музыкальная тревога. Ой, блин, ну не-не-не-не, мой Рэмбо реально какой-то серьезный, ему без разницы. Хорошо, чуть-чуть не слегли, признаюсь. А если мы колесо? Не получается. А вот такой локоточек. Стой. Давай отойдем. Давай, Антон, отойдем подальше от этого Буратино. Над тобой смеются люди, ты слышишь? Нет? Отойди от нас, мне неприятно находиться с тобой на одной территории. Выйди. Выйди за пределы октагона, я тебя умоляю, Никитос. Зачем же ты так делаешь, а? Зачем же ты промахиваешься? Я же профессиональный игрок в UFC 3. Я чувствую дистанцию. Хорошо. Голова тоже чувствует, что она не в бронежилете. Так. Так. По корпусу почесали. Давай-ка ты не будешь там наворачивать свои в MP3-жи. Я тоже такую умею херню. Блин, это не тот удар. Оп! А знаешь, когда он быстрее бьется, когда? Ты жмешь джеб? Нет. Так, это я хотел его покрестить. Чё ж ты не отпустил руки, братан? Главнее всего! Блин, погода в доме. Почему я вспомнил этот трек? Блять, братан, живи, а то... Это пила Лариса Долина на концертах, а у нас будет... попа отпевать в квартире. Стой, джебиком сбиваем. Уворачиваемся. Ёкарный бабай, вот это был прекраснейший прием. Фронт-кик! Пятачину, я не понимаю, как он не пробил твой мозг. Ну что, друзья, давайте посмотрим в замедленном действии. Бам! Жесть вообще, я должен был проколоть свою ногу, свою ступню, чисто, знаете, как на гвоздь наступил бы. Но этого не произошло. Пятак у него реально из стали из какой-то. Красивейший персонаж, Никитос. Ты реально умеешь создавать. Ты не бросай это дело, братан. Я думаю, у тебя получится на этом заработать. Никита, брат, прекрати. Я хочу спать. Я нормальный человек. Я еле вывез, реально. Давай мы нажмем выход, и ты спрячешься, пожалуйста. Вот, мне хватило одной серии. Вот, как там это называется? Как этот назывался, блядь, с большим носом? Буратино, вот. Мы сняли с тобой вторую часть Буратино. А теперь от сеточки, браток! Как тебе такие, а? Ты женщин не можешь так удивить. А теперь Супермен Панч от сетки. Ой, бля, это самое страшное, пацаны. Эта ошибка означает, что, короче, у меня могут слететь эти сохранения. Блин, я даже, ну, мне даже жар, короче, вжахнул. Пиздец. Ну что, браток, вставай, я буду делать красоту. Блин, ну вот как это понять? Я не работаю вентилятором в этой игре, я работаю убийцей. Киллером, мертвым трупом. Я не знаю, в смокинге. Пацаны, сохранения остались, слава богу. Я очень испугался на самом деле, но ничего с этим не сделаешь. Бывает, огорчение в жизни. Братан, я вижу все твои удары, которые ты хочешь мне сделать. Я делаю Супермен Панч от сетки. Ой-ой-ой. Я вас спрашивал, кстати, как вы справляетесь с жарой, пацаны? Как вы справляетесь с жарой? Мне так жарко, у меня работают два компа. Сонька. Телек. Так, ну он очень аккуратно стал играть, и меня это раздражает.
Это все чушь. Ничего не будет, пацаны, ничего не будет. Ничего не будет, просто стоим. Просто стоим и все, у нас полный блок. Будем точно так же его отмахивать. Хорошо, надо просто пробить корпус. Все-таки у нас сила сотка. Вот он напрягается. И мне его догнать тяжело. Кстати, вот подводя итоги, мне догнать этого оппонента тяжело. То есть он напрягается, и для того, чтобы мне его как-то перебить и так далее, то есть я вот чувствую сейчас дискомфорт. Ничего не получается у него. Все, что вот это у нас происходит сейчас, это все, ну, это все по плану. Так, он боится, он постоянно кроет корпус. Охереть! Это что за рысь? Я ж на самом деле испугался, что это произошло. Так, ну нужно сделать разбег. Нужно сделать разбег. Когда мы пробьем ему корпус. Отходит. Не боимся, у нас очень много здоровья. На, ёпты. Опа! Все равно! Анимация, это испугалась. Встаем. Блин, не получилось у нас. Уже боится, видите, уже на эту анимацию не опускает руки. Боится, мне не больно. Но я не знаю, что за анимация, ребят. Ну что это такое? Ну куда я проваливаюсь? Ну что такое? А ну дайте вырубить пацанам красоту показать. Не достаем. Все, ёпты. Ё-моё, брат, ты уже пошел. Не опускает. Все, давайте я помолчу, просто хочу закончить. Мне не больно, брат. Мне не больно. Я уже мертв. Оп. На, по ушам тебе. Блин, как же я это научился красиво делать. Только не вырубай меня. Вау, блядь. А, хорош. Как там тебя зовут? Николаша, я не знаю. Я, короче, сейчас на него побегу, а потом фронт-киком дам. Не обманул. Не, браток, не пойдет. Закрывай качан. Давай, вставай, ты понимаешь, о чем я. Ебать. Голову можно вообще не крыть. А вот ему голову крыть надо. На. Не сыкуй. Корпус. Все, ребята, короче, это мне надоело. Я отправил его в позицию. Спокойной ночи, малыши. Вот такой ролик получился. Ставьте лайкосы, пишите комментарии, что вы хотите увидеть. Увидеть эксперимент, где я буду играть с доминатором. Типа мощность или точность. Что еще хочу сказать? Да ничего. Ничего. Я реально, вот у меня даже настроение изменилось, когда я увидел эту ошибку. Реально изменилось настроение. Для меня это самое опасное. То есть я уже терял своих бойцов. Я терял Халка, Венома. Кого еще? Таноса. Таноса я восстановил. Халка тоже восстановим. У нас пока есть Карнаж. Он будет пока что вместо Венома, но вы еще Карнажа не видели. Вот. Пожелать хочу вашей семье и вам крепчайшего здоровья, как обычно это делаю в роликах. Вот, с вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.